Всем здорово! Каждый день я захожу на сервер, стараюсь снять что-то интересное, чтобы вы скоротали свое время. А вы забываете ставить лайки и писать комментики. Так, давайте вы настрочите мне огромное количество комментов, чтобы я их устал читать. Да-да, пишите комментик. Любой, совсем любой. Я не намекаю, но вы можете сказать, какой я крутой, или наоборот, немножечко меня похейтить. Ах да, не забывайте, у меня открылся сервер Cheeseland. Вайпы каждый четверг, а следующий вайп будет Global, не пропустите, всех жду там. Играл я с Плюшкой, она, кстати, стримит частенько, и вы можете ей передать приветик. Ссылочка в описании. Всем приятного просмотра. Короче, когда тени стоят на минималках, как у меня, я стою и вижу, где пацан, ну, тень через крышу его, и где он сидит. Он попал в него. Ну давай. Угу, пулькни в меня. Интересно, куда он поставил лестницу? Ну, мне кажется, они нас теперь доставать будут. Еще лесенка? Это я. Ой! Тот бомжара знатно мне помог. И этого подгадил. Эй, naked, come here. Come. Don't shoot, I give you guns. You know? Thank you for help. This guy scammed me, you know? I can give you semi if you need. Thank you for help. Thank you. Yeah. Good luck. Нам очень нужен был третий верстак. Но для этого нам нужно было слетать на остров и полутать тарелки. Если найдем чем рейдить, надо их бахнуть. Они меня раздражают. Этих ребят было трое или четверо. И они постоянно сидели у нас под домом с двушками. О. А, это сосед проснулся. Через дорогу? Да, он на крыше. Я могу убить его, и мы залутаем с тобой. А это был еще один наш сосед. Руф Кемпер. Надо убить его. О, плюс болт. Со спины, с глушителя. У нас возле дома прям за камнем с глушителя антирак. Понял. Вижу его. Одного убил. Еще один бежит. Топ гир. Мне на крыше все. Убил. Ой, гантрап! О, отлично. Теперь хоть полетим с тобой нормально, полутаемся. Одни болтовщики куда-то исчезли, другие болтовщики появились. Кайф. Вот это интересная база такая, смотри. Но нам лететь далековато. Кстати, ты водопад видела на этой на этом сервере? Да, видела. Это самая, наверное, красивая карта вообще, которая есть. О, ящики вон. Ну, мы тут и высадим с тобой. Я, конечно, бывал на этом острове, но никогда его не лутал, поэтому не знаю, где тут что находится. Тут военный ящик что-то прошляпил. О, кстати, да, наверху ящик. 10 труп, офигеть. О, тут какой-то спуск вниз есть, представляешь?
Тут тоннели есть. И тут в тоннелях тоже есть какой-то шмот, представляешь? Прикольно. Пещера. Ну-ка, надо сходить. Тут зеленая сопля. Берданка. Двоих убил. У них тут дом, оказывается. Ой-ой-ой-ой-ой! Ты не представляешь, но они фул забиты. Так, ну все, я полечу сейчас домой тогда. Ой-о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 й. Мне не нравится эта база. Бум, я дома. О, еще топка осталась даже. Ну, в итоге, смотри, мы за один заход 500 скрапа принесли. В принципе, неплохо даже. Там жить, наверное, вообще люто. После этого мы сразу же собрались на переработчик, так как нам нужен был третий верстак. I pick you up, don't worry. See ya. Мы можем пойти на джинкьярд переработать, и там элитный ящик залутать. Кстати, днем мы бегали здесь, он же целый был. Да. Тут тип наверху. Я думал, он с двушкой. Да, отсюда, да. Да, он там голый сидит. I pick you up, dude. Nice. Bro, look this. О, он выжил. I lose 4 HP. What? This top movie. Oh my god. В смысле, это что за читы у тебя? А тут можно, короче, спрыгнуть, типа хп не теряя. Один у нас внутри, где перераб. Вижу, где перер. Он улетает. Еще один. Все? Да. Переработчик оказался не без людей. Мы все переработали и ненужное отдали каким-то левым челикам. И отправились домой. Придя домой, мы сразу же залепили третий верстак, которого нам так очень-очень не хватало. В принципе, неплохо. Идеально. Они новый дом строят. А, они новый дом, да. Смотри, куда они ветряк поставили. Ой, дураки. Так, ну я примерно знаю, как этот дом устроен теперь. И куда бахать. Типа Reddit? Угу. А, он вниз спустился. А, отлично. Не, ну я как бы гений, да? Забрал у него антирад и говорю, я тебя подниму, дружище. Ну, нормально. Так и надо. Слушай, а я не могу подняться, прикинь? В смысле? Тут текстура, посмотри! Выплыл карго. А так как нам нужно было все, мы сразу решили туда отправиться. И поехали. На контейнеры надо падать. Нет, наверх надо падать. Чел наверху. Прыгай, 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 прыгай. Хилься.
Надо верхнего убивать вначале. Била. Найс. Хилься. Офигеть. Убил наверху. Тут вообще фул. Я хилюсь. К нам сейчас те приплывут. Чё, как пострелял, дружок? Где они? О май гад! О май гад! Давай вместе откроем. Давай, раз, два, три. Ебой! Еее! Так, а нам ближе, наверное, через право все-таки. Hands up, boy. Чел впереди. Вижу двое. Двое. Вниз. Трое. Они нас не видели? Нет, это не знаю. Но это эти калашисты. О, зря мы это в доме сделали. Блин, один меня убил, но я ему хит дала. Один под домом. Один под домом, я умер. Они убегают от Эдди? Нет. Один под домом. Угу. Один минус. Убил второго, да? Уйди! Походу мы калаш не камбэкнем. Да, он убежал. Не подстроились. Одного убил. Второго убил. Он у нас на буферке, сзади тебя. Угу. Еще одного второй убил. Второй под домом. Их двое под домом. Бустятся? Да, сейчас будут буститься. Вот они меня убили. У меня КД на спалках. Угу. Убил. У тебя КД, да? Долго? 100 секунд. Они все дропы сейчас наши позабирают. Да, они все дропы позабирают наши. Минус один. Минус второй. 50. Он сиху кинул. С дропа сиха выпала. Два трапа. Они сишку забрали и выкинули просто, представляешь? До нас докопался еще один соседский клан. И они жили прям ой-ой-ой как близко, и это были уже третьи соседи, которых мы хотели вынести. Мы думали, что нас зарейдят, и поэтому решили укрепить свой домик. А вот этот вот виднеющийся домик, кстати говоря, наши соседи, которые приходили к нам на дроп. Одну ночь им осталось жить. Я потрачу всю свою ночь, чтобы их бахнуть. И тут мы начали фармить компоненты и фармить все, что видим. Нам нужно было очень много серы, чтобы выселить наших троих соседей. Но как вдруг в стороне того клана мы услышали взрывы и решили сбегать посмотреть, что там происходит. Я чуть не умер.
по мне, да. Отходи назад. Живешь? Да. Давай к турели. Один у тебя. Блин. Убил их. Смотри, как его турели сбрило. Так, мне кажется, то, что это они рейдят, а не их рейдят. Или все-таки это они рейдят тех, кого мы хотели зарейдить? Не, просто они могут арку рейдить, понимаешь? Походу минус один, но это не точно. Это все-таки наших соседей рейдили. Это не арка. Интересно, это считается за победу или нет? Их дорейдили уже до конца. Тут тип с двухой. Утащить оттуда у меня так ничего и не получилось, но я прибегал туда снова и снова в надежде что-то выбить. Я одного убил. Сейчас их поубивают там. Чисто пришли. Ну мы попробуем. Сюда идет калашист в топ-гире. Двое. Мы можем попробовать их убить. Но их много. О, еще слева ползет. Давай, короче, подождем зарубы и потом ворвемся. Ой. Минус один калашист. Еще один, справа. Стой тут, я их подлутаю и ближе подойду. Куча всего. Стой, не подходи, мы сейчас уйдем с тобой отсюда. Отличная работа, боец Плюшка. Мы отнесли все домой и вернулись снова. Да. Давай, раз, два, три. Убили. Два хита этому, да. Еще один, смотри, в доме. В доме, тип. Лутай броню его, цепляй на себя сразу. И там в доме тип с беретой. Меня тип. Я всех убил. Меня убили. Понял. Это знаешь кто? Это соседи наши. Давай контрить их дом. Это наши соседи пришли. Под фразой «это наши соседи» я имею в виду кибиточку 2x2. Про которую я вам сказал изначально. Да, это были они. Это вот этот, кибитка, которая под нами. Я пытался им что-то противопоставить, но так ничего и не получилось. Эти ребята оказались не промах. Походу, с одной стихи мы их не бахнем с тобой. Одни соседи ушли, появились другие, блин. Неприятно. О, я Томик украл.
Да, да, они их идут рейдить. Уже с базукой туда подошел чел. Пятеро. Еще один хазматчик сзади должен быть. Угадайте, а кого пришли рейдить? Наших соседей. Угадай, кого следующим они придут рейдить? А я не пойму, а почему Рейни не отбиваются? Они уже все дорейдили, застроились. Минус тип на крыше. Убил его. Он под хатой. Прибежишь сюда? Голый? Нет, залутанный, фулл гир. Убил его, залутай. Окей, я зал... Он на крыше. Оп-оп-оп-оп-оп. Лутаю, стой. На, калаш. На МПшку. Вот валяется тип фулл гир. Два фулл гира. Ракеты, Леся! Базука! Беги. Я бегу отсюда. 9 ракет. Ебой! А пупеть, тут 4 типа. Я умер. Не убежали на 350. Кроме меня, золотаю его. Бегут, бегут со стороны 350. Спасибо. Угадай, к кому они сейчас прилетят? Ура! Нам снесут дом! Сразу же в планах у нас появилось все переработать и построить новый дом, потому что защиты у нас не было никакой. Шо, когда у нас там рассвет? Уже. Все, поехали, я готов. Я готов строить наш супер-мега-топовый антирейд-бункер. О! Смотри, вот на улице надо гаражку еще залепить. Все. И че? Чё? Готово? Пошли, пора постучаться к соседу в гости, забрать соль. Мы собрались силами и отправились рейдить нашего соседа, который был руф-кемпер. Ибо это была последняя наша цель. Аккуратно, я ж тебя могу взорвать. О, как у него там все устроено. А в смысле так? Калаш, топ-сет. Отойди, 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 отойди. Там же пройти можно. Разрывные. Офигеть, у него центр... О, так центровина у него забурена, слышишь? И я не снял момент, как я убил челика, в котором было очень много ресурсов. И он был с этого дома. Залутал? Неси домой. Что это? Я походу знаю, откуда это. Подожди, а что это было? Мы что, его зарейдили, не рейдим? А кто этот тип был, интересно мне? Я только не пойму.
Откуда этот тип бежал? Он случайно не с этого дома, который мы рейдить собираемся? Он с этого дома бежал, ну. Да, он не спит. А, нет, он спит. И самое обидное оказалось то, что нам не хватило ракет. И мы отправились снова фармить. Фармили мы самым необычным способом. Фармили фармеров. И рейдеров. Давай, дождемся и жахнем их. Вижу, вижу, вижу. Один, смотри, на улице. Два. Один с базукой. Готовы их гасить? Нет, я не вижу. Они далеко вон. Пускай их тип вижу. В лагерь выйдет. Они кого-то рейдить сейчас будет. Раз. Выбежал, смотри. Один. Сейчас второй. Второй выбежал. Он с базукой. Готовы их убивать? Что, не сейчас. Все, давай. В начале заднего. Давай. Раз. Два. Три. Тебя убили, да? Да. Эти двое тут. Азмат. С ракетами. Где с казматами? Они за мной идут. Ты их не видишь? Меня убьют сейчас. Они лауки. А, еще минус один. Еще минус два. Еще минус три. Они мне еще коптер отдали. Спасибо за коптер. Ты знаешь, как они меня пытались загнать? Они меня четвером пушили. Со временем мы нафармили достаточное количество взрывчатки, чтобы дорейдить этот домик. О, тут еще МК-дверь. О, сколько лута. Слушай, а нам, по-моему, проще через МК-двери пойти. Думаю, да. Давай заберем это все. В типе там, смотри, шмот. Карточки. Холодос. Нечего брать. Да, через МК дверь будет проще. Нам как раз стенка и то закоцается. Сейчас 4 ракеты возьмем. Вот отсюда прям. Тут ящики. Ну да, там нычка. Нам все равно то пробахивать надо до конца.
Тут нычка. Кидай сачели. Еще одну кидай. Сколько хп? 18, отлично, хватило. Шкаф. Ничего нету? В смысле нафиг? Круто. Пойдем домой, 200 МВК зато. Какой окуп. Окупились. Мы окупились. И как оказалось, лут в этом доме мы не нашли. Да. Наверное, они все-таки его слили и больше не заходили на этот сервер. Либо же парень, у которого мы забрали 400 МВК и 1000 скрапов, все задеспавнил. Но! Мы выполнили свою самую главную задачу, и больше нас на этом сервере ничего не держало. Надеюсь, вам понравился данный ролик, и вы оставили свою оценку. Всем пока. И еще, не забывайте передавать приветики Плюшке. Ссылочку на ее канал я оставлю в описании.